Приветствую тебя, уважаемый зритель, на связи Павел Чернышов, и в сегодняшнем видеоролике я хочу показать тебе мои результаты копирования сделок робота Ультра. Да-да, вы не ослышались, своего робота Ультра, который работает на моем же счете, я также копировал на другой свой счет, дабы посмотреть на результаты, какие результаты будут получать мои подписчики, если они будут копировать этот счет. Мне очень важно было проверить, как работает система Share4U у брокера Forex4U, насколько качественно проходит копирование сделок, насколько там большая комиссия, результаты и так далее. И вот давайте же посмотрим прямо сейчас на то, сколько я заработал денег за последние полгода на копировании сделок робота Ультра. То есть, если бы я был своим клиентом. Ну или по сути, сколько вы бы могли заработать, копируя сделки робота Ультра. Итак, взгляд со стороны подписчика. Поехали! Значит, вот у нас робот Ультра, и он за все время у нас уже заработал 455%. За последние полгода мы видим, тут прибыль была довольно интересная. Вот, и на текущий момент открыто у него 3 сделки, просадка ну, минимальная. Теперь переходим в мой личный кабинет. Вот мой личный кабинет у брокера Share4U. Опускаемся в самый низ, и вот мы здесь видим, я открывал специально отдельный счет для копирования сделок робота Ультра. Я открывал его как раз таки перед тем, как предоставить эту услугу копирования сделок нашим подписчикам, зрителям и читателям. То есть мне важно было проверить то, какие результаты будут получать мои подписчики, если они будут копировать сделки этого робота. Я хотел проверить со стороны именно подписчика, клиента, что и как там происходит. Итак, мы видим, что на текущий момент у меня тут капитал $128, то есть $128. Вот он номер счета, тут общая прибыль показывается $28 за все время, коэффициент копирования, открыто 3 сделки, это говорит о том, что сейчас нам закрывать этот счет ну, не очень правильно будет. Поэтому закрою я этот счет после того, как уже запишу этот видеоролик, когда робот закроет вот эти 3 сделки, и тогда, наверное, я закрою этот счет и переведу с этого счета деньги на другой счет, потому что, в принципе, все, что хотел я проверить, я уже проверил. Нажимаем на название этого счета и давайте посмотрим более детально на динамику развития событий на этом счете. Итак, вот у нас подгружается статистика. Переходим на весь период, и здесь мы видим то, что я пополнил этот счет 13 марта 2020 года, и вот примерно с 14 марта 2020 года началась торговля на этом счете. И вот с 14 марта по сегодняшнее число, по 13 октября 2020 года, он заработал мне $28. Ну, то есть, если сразу на скидку посчитать, то это 28%. Теперь давайте посчитаем, сколько это месяцев, да, с 13 марта по 13, по сути, октября. Это получается 7 месяцев, то есть за 7 месяцев 28%. Считаем на калькуляторе, сколько это получается у нас в месяц. 28 делим на 7, получается 4% в месяц. Неплохая прибыль, но она все же почему-то меньше, чем вот эта прибыль. Обратите внимание, какая прибыль у нас была в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре. Вот, как бы, ну, побольше, чем 30%. И тут возникает вопрос, а почему так? Ну, первый, наверное, логичный вывод, который напрашивается, да, наверное, комиссии все съели на копировании, и поэтому прибыль получилась меньше. Но, уважаемые зрители, я хочу вас уверить, то, что комиссии у нас здесь стоят на текущий момент минимальные, всего лишь $2 за лот, это самый минимум, который можно выставить на этой платформе, поэтому комиссии тут влияет в меньшей степени. Ответ на самом деле кроется именно в размере лотажа. Переходим в настройки счета, обратно возвращаемся в Share4U, далее находим этот счет, вот он, копируем робота Ультра, и нам важно посмотреть правила копирования. Нажимаем вот на этот карандашик, нажимаем больше настроек, поднимаемся вверх, и тут мы видим, что сумма инвестиций в правилах указана $80. То есть это говорит о том, что все это время копирование сделок происходило именно на сумму $80. Коэффициент копирования стоял все это время стандартный. И у меня не стояла функция активировать автомасштабирование после того, как лидер закроет сделки. То есть не была включена капитализация все время. Все сделки робот копировал со стандартным лотом,
раз и на сумму меньше, чем $100. 2. И вот с такими параметрами у меня средняя прибыль получилась 4% в месяц, что, в общем-то, очень даже хорошо. А если бы у меня здесь стояла галочка «Да», тогда бы, соответственно, после каждой закрытой сделки робот бы заново перерасчитывал мой депозит, и размер лота с каждым разом бы автоматически увеличивался, потому что размер депозита вырос после получения прибыли, и, соответственно, лот увеличивается, и следующая прибыль тоже будет больше. То есть, и как раз таки вот всем своим подписчикам я как бы рекомендую это делать, потому что тогда вы будете зарабатывать больше. Вот. Ну, риск, конечно, тоже немножко повышается в этом случае, но и прибыль повышается в разы. А вот у меня, видим, довольно консервативный вариант стоял. Я указал меньший размер депозита и размер лота выставил стандартный, фиксированный. То есть все эти 7 месяцев робот у меня открывал сделки на размер депозита $80 и вот с таким стандартным коэффициентом. И несмотря на это, он заработал 28% прибыли за 7 месяцев. То есть получается это у нас 4% в месяц, что, в общем-то, тоже очень неплохо. Поэтому если бы вы выставили аналогичные настройки, то вы заработали бы примерно так же 4% в месяц. А если бы вы поставили вот здесь «да», и сумму инвестиций указали, соответственно, больше, которая соответствует вашему начальному депозиту, то в этом случае вы бы заработали в разы больше, чем заработал я. Ну и, собственно, вот на текущий момент вы можете видеть, что наш счет копирует 104 подписчика. Общий объем средств, которые копируют сделки нашего робота, составляет $301,000, и прибыль подписчиков за все это время составила $3,755. Комиссия, еще раз повторяю, минимальная, всего лишь $2 за лот. Минимальная сумма инвестиций, хочу напомнить, стоит всего лишь $60 по-прежнему, поэтому это очень доступная сумма для новичков, и вы можете без проблем копировать эти сделки этого робота, всего лишь начав с $60. Ну, в моем случае мы видели, что я начал копировать с $80, да, и результат тоже, в общем-то, очень даже неплохой получился. Поэтому, если вам интересно копировать сделки этого робота и получать ту прибыль, о которой я вам сейчас рассказал и показал, то, собственно, переходите по ссылке в верхнем правом углу на обзор сервиса Share4U, в котором вы найдете более подробное описание всех тех роботов, которые у нас представлены на текущий момент на этом сервисе, и сделки которых вы можете копировать на текущий момент. Тут также есть подробные текстовые и видеоинструкции о том, как вы можете подключиться к копированию этих сделок с этих счетов. Вот у нас есть обзор каждого робота, дальше примерный расчет, какова минимальная сумма копирования, важные принципы. Собственно, вот они, инструкции начинаются. То есть вот здесь есть раздел «Инструкции», и есть подробная пошаговая видеоинструкция на этой странице, где я подробно рассказываю, как, собственно, вам подключиться к копированию сделок с наших счетов от А до Я. То есть там буквально по шагам я рассматриваю чуть ли не от регистрации у брокера Forex свое. Вот поэтому посмотрите вот этот видеоролик, и вам все станет сразу понятно. И еще раз хочу повторить то, что если вы хотите зарабатывать больше, то ставьте вот здесь «Да», а не «Нет», и размер депозита указывайте соответствующий. То есть, если у вас на счету $100, то ставьте $100. Вот. Коэффициент пусть остается стандартный, который у вас будет стоять, но вот здесь важно, чтобы стояло «Да». Тогда у вас автоматом будет все капитализироваться, суммироваться, приумножаться, процент на процент работать, и вы будете намного больше зарабатывать. Но цель этого теста у меня была, собственно, протестировать, проверить, как робот будет работать вот при таких довольно скудных консервативных настройках, и мы видим, что результат в целом очень даже приемлемый и достойный получился. В дальнейшем я не планирую писать отчеты по этому счету, потому что я в целом планировал закрыть, но когда я перед закрытием просто посмотрел на результаты и увидел, что, оказывается, тут все довольно интересно, поэтому я принял решение записать этот видеоролик. И вот когда вот эти сделки открытые закроются уже на этом счете, я, наверное, закрою этот счет, выведу отсюда деньги, либо переведу на другой счет, потому что тест удался. То есть я протестировал, проверил все, что нужно. Результатами этого теста я с вами поделился. Собственно, тест заключался в том, чтобы посмотреть, как со стороны подписчика происходит копирование, что для этого ему нужно либо не нужно делать, какую он прибыль зарабатывает,
И, собственно, вот результат, как говорится, налицо. Я все это время ничего не делал, не вмешивался в торговлю. Вот буквально 2 дня назад только зашел, посмотрел, ну и, в общем-то, немного даже обрадовался. Поэтому процесс копирования происходит на полном автомате. Один раз настроили, подключили правила копирования и можете забыть об этом счете там на полгода, на год, либо там на несколько месяцев. На этом у меня все. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте под ним лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы и в дальнейшем продолжать получать другие видеоролики по моим результатам работы с теми форекс-советниками, с которыми мы сегодня работаем. Если же у вас что-то не будет получаться при присоединении своего счета к нашим счетам на сервисе SheriffIDU, то пишите мне в личку, либо пишите на блоге свои вопросы на нашем блоге, и мы, соответственно, вам поможем подключить ваш счет к копированию сделок с нашего счета. Ну, в принципе, в видеоинструкции, которую я вам показал, там все довольно подробно расписано. Если вы будете действовать по шагам, то, я думаю, проблем у вас не возникнет с подключением к нашим счетам. На этом у меня все. На связи Павел Чернышов и до встречи в следующем видеоролике, который выходит на моем YouTube-канале каждый вторник и четверг в 18:00 по Москве. Ну и, кстати говоря, не забывайте участвовать в еженедельном розыгрыше, в ходе которого я разыгрываю каждую неделю 1000 халявных рублей среди своих активных подписчиков и зрителей. Подробности этого розыгрыша указаны на моем блоге в разделе, давайте прямо сейчас вам покажу, полезная розыгрыш YouTube, и вот здесь вы можете посмотреть как раз таки результат всех этих розыгрышей, сколько мои подписчики уже заработали. Собственно, более 100 розыгрышей мы уже провели, и, соответственно, более 100 тысяч рублей мы уже раздали нашим подписчикам на моем YouTube-канале. И вот здесь наша подписчика регулярно выкладывает свои скриншоты с комментариями о том, что они получают призы, что конкурс реальный, деньги заработать реально, главное участвовать и не лениться. Все скриншоты, все комментарии, все отзывы абсолютно реальные. На этом все, до встречи в следующем видеоролике.